Всем привет! Сегодняшним вечером хочу сделать обзор более детальный. Я снимал, как покупал его, этот мотоцикл. Забирал его из Тамбова, из Тамбовской области, если быть точным. Из гаража. Вот, ну сейчас хочу снять как бы более детальное все, показать, какие дефектики у него есть за это время, его хранение 30-летнего, и вообще, как он выглядит. Так, ну, начнем с того, что это у нас мотоцикл Восход 3М, 91-го года выпуска. 175-кубовый. Вот. Мотоцикл в заводском ящике. Не добрался так колес у него накачать, пустые совсем. Двигатель я пробовал немножко провернуть. Он проворачивается. Поршень двигается. Под пылью, в принципе, ни грязи, ни ржавчины нет, все чистенько. Хром очень хороший. Поворотнички и панель приборов закреплена на специальных ушах, которые потом демонтируются, ну и, соответственно, все на этих же болтах и с этим же крепежом встает на свое место на траверсу. Вот сюда. А, ну да, траверса сама, она прикручена, вот. Думаю, где у нас траверс? Траверса, вот, прикручена к доске. Так, два зеркальца. Сейчас посмотрим, что вот в этом ящике. Не открывал, ничего сам не смотрел. Первый раз достаю. Два комплекта ключей. Ну, один от замка руля, другой от зажигания. Ну, вот так вот выглядит набор его инструментов. Плоскогубцы, обернуты бумажкой. Это что у нас такое? Набор инструмента. Что в него должно входить? Монтажки, свечной ключ, отвертка, головки. Здесь ключи. Рожковые, спецключ. Ну, в принципе, все на этом. Что там? Ничего больше нет? Нет. Ничего. Ключики с зайцем. Эти тоже с зайцем. Вот с этим зайцем. Вот. Так.
Сейчас посмотрим, что в этом ящичке. Ну, в этом ящичке нет ничего. Коммутатор, реле поворотов, лягушка, стоп-сигнала. Интересно проверить наличие насоса. Насос у них стоит под сиденьем. Сейчас я все лишнее уберу и откроем сиденье. Так, с какой оно стороны открывается? Замочек открыл. До конца поднять не удается. Так, там лежит паспорт какой-то привязанный. А насоса нет. Насоса почему-то нет. Паспорт я достать сейчас не смогу одной рукой. Обидно, досадно, но насоса нет. Ну, наверное, на этом буду заканчивать. В принципе, показал все, что хотел показать. Ну, все. Всем пока. До новых встреч.